Всем здорово, ребята, и которым интересны мои видео. Так, сегодня мы с вами апгрейдим наш зал. Да, цветок нужно, щит нужно, все нужно. И теперь давайте посмотрим. Нам нужно сейчас самым первым делом, я считаю, поднимать у ворот. Очень, нам нужен у ворот, и нам нужно у ворот до 3К поднять. Это просто сумасшествие, и мы сейчас будем заниматься этим сумасшествием, потому что, так, нас зацепило. Потому что я не знаю, как по-другому... Что делать, будем заниматься поднятием у ворота с вами. Так, так, аккуратно, аккуратно. Блин, вот с воротом вот я вот плохо вот дружу, вот если честно, по чесноку, вот реально плохо. Он каждый раз по-разному этот кегель бьет, то есть он ускоряется, иногда замедляется, и это вот противное его свойство. Вот если бы он бил постоянно в одной и той же скорости, а то, что он, зараза, ускоряется. Иногда он замедляется, иногда и ускоряется. Так, X29. Я даже не знаю, мы выполнили сейчас с вами какие-то квесты или нет. Я что-то даже не посмотрел. Черт! Все сбросилось. Ах. Есть. Есть. Хочется все-таки больше КВ выполнять. Больше КВ, больше опыта. Угу. 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 Сбросился квест? Серьезно? Как так? Блин, это плохо. А, черт. Надо 5 звезд набрать. Я беру свои слова назад, это трудно. Блин, это реально трудно. Этот дурацкий манекен, он меня бесит. Черт, попал по мне. Как же набрать 5 звезд? Гляньте, вообще жесть. Не получается, и все. Вот хоть убейте меня, вот реально. Зацепил, тварь. Ах, опять сброс. Трудно, вот парни. Это реально трудно, вот именно вот на звезды тут набирать. Выходим, сколько заработал? 110, серьезно? Офигеть. Я походу, наверное, беру свои слова назад насчет того, что все остальные легко. Давайте пробуем набирать звезды. Да что за херня? Вот, и сразу мы просрали. Черт, он зацепил. Блин. Вот как вот так выжидать надо, вот я даже не знаю. И вот как только вот есть, есть, нет, не есть. Ах, ах, блин. Угу. Опять нифига. Ага, родной. Ага, родной. Ага. Черт, опять сбросили. Черт. Есть? Блин. Так обидно, стараешься, стараешься, на самом деле. Да. Гад. Я же стараюсь. Блин. Вот не получается у меня. Есть! Есть! Черт! Все сбросилось. Ох. Пробуем заново. Не сдаемся, да. Не сдаемся, это, конечно, легко сказано. Может высчитать секунды, когда он это делает. Он еще, зараза, быстро это довольно-таки делает.
Ага. Блин, раньше у меня с рукой нормально получалось. Черт, попался, башкой тупой. Угу. Опять. Да что ж такое? Вот это тут трудно, вот отвечаю, вообще трудно. Нет, блин. Столько стараний, все коту под хвост. Да. 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 Жесть. Это жестко, парни. Вот это жестко. Вот сейчас главное просто не попадаться на все эти его уловки конченые. И мы выполнили квест. Х42. Нифига, друг. Нифига. Нифига. Серьезно, он ускорился, и причем так неплохо. Опасно. 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 Черт, все заново. Ой. Но зато хоть сейчас звезды не сбрасываются. Вот это хоть в этом плюс. Но он ускорился так неплохо. Вы видели, как он ускорился? 15 звезд надо набрать. И иксы набрать надо. Угу. 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 Ну, иксы-то мы наберем. Сейчас просто, походу, увернуться от него надо больше. Х25. Нормально. Это мы все сможем. В принципе. Если не будем тупить. Походу он начинает опять очень так нехило ускоряться. Хотя, вот я не понимаю, он по-разному что ли? Или как? Или он реально ускоряется, этот гадюка? Эта гадюка. 43. Жадность, жадность, вы помните, ребята, жадность это такая хрень. Она сгубила всех, и фраера, и меня она губит, она всех губит. 51, выходим к чертям. 377 забрали, плюс левелы. 2, да, почти. Неплохо, вышли на серебро, но недостаточно. У ворота вообще недостаточно. Давайте еще раз. Ой. Так. 6 звезд опять надо, вы это видите? Блин, эпик. Нет, надо опять, походу, играть со смертью. В нашем случае не со смертью, а с дурацким манекеном. Почти! Офигеть! Мы с вами топы. Круче нас только вареные яйца, серьезно. Ага. Да, нога, ё-моё. Фиг тебе, понял, зараза. Ох, как мы четко вообще уворачиваемся. Угу. Да нифига, друг. Мы уже настолько круты. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, 31 раз надо увернуться. Фигня. 31 раз. Все сделаем. А поскольку дают? А, тут, короче, один раз это один раз. А вот если с этим, со звездочкой, то иксов больше намного, естественно, дают. Блин, а я-то думал. Ну, в последний момент уворачиваться это такое себе, знаете, занятие. Очень опасное. С этим манекеном. То, что он гадюка противная. Но сотку набрать тут тоже тяжко. Вот, серьезно, вот что-то вот с атакой вот тяжко. И я понял, с уворотом тоже тяжко. Походу не быть мне вором или как правильно сказать. Кто там? Опять, наверное, просто надо 19 раз увернуться или звезд 19 набрать. Походу, черт. 19 звезд надо. Ну, давайте, что делать? Будем стараться набирать. Ах, гадюка. Угу, X5. Угу.
Ах, манекен, ты манекен, с моноклем в глазу, смотри, загрызу, и лопатой зарублю. Так, мои музыкальные познания вообще не к черту, черт, X19 слил, да что такое? Герман, ты глянь, он мне по морде уже штырит который раз просто. Жестко, жестко. Давай за жизнь. Надеюсь, YouTube не предъявит авторские права, что я пою песню Любе. То кто его знает, зараза, YouTube такой. Нифига, мы идем на звезды. Мы идем на КВ. Блин, ну вот когда он падает, у меня что-то не получается звезды взять. Ах, поспешил. Опа. Опа. Не ждал, урод. А я такой. Могу. Когда захочу. Так, 30. Я думаю, вытрепываться сильно тут не надо, иначе можно да вытрепываться. 34 нам хватит. 287. Да. Ворот это еще то. 40 уровень. Ворот это еще то дело трудное. Долго времени, много реально уходит на уворот, но уже 1200 мы с вами наворотили. Блин, может в атаку не качаться, слышите? Даже не знаю, вот я думаю, наверное, все-таки или вкачаться. Блин, уворот, ну не прям что сильно прям такой напряжно, ну давайте, наверное, все-таки его подкачаем. Наверное, до 2000 хотя бы догоним. Вот эту тему тоже немного меткость надо подкачать. Так, скиллы, что по скиллам? Давайте, наверное, одну такую возьмем, одну такую, чтобы было. Было-было. Здесь я возьмем... Вот я, правда, не знаю, что вот это значит. Возьмем кулдаун в нужную вещь. Ну и вот это тоже, наверное, не знаю, так. Какой-то типа яда или рандома. Так, что тут, деньги подъехали. Так, не хватает денег нам, не хватает. Наш гриб нам дает что-то интересное. Что можем купить? О, вот это вот нормально. А то мне эта лопата, она меня прямо аж вообще расстраивает, если честно. Так, давайте-ка. Наверное, на арену попробуем этот бой мы с вами затащить. 57к хп. Неплохо, если не считать, что мы вообще, то есть, как бы не вкачивались на хп, то это неплохо. Может реально вне видео начинать играть или просто делать серии длинные, где-то минут по 30. Я хз, не знаю, я еще подумаю над этим. Либо я буду эту игру выпускать и буду снимать по 15 минут, но буду выпускать и утром, и вечером, то есть по серии. Я еще пока не решил. Ну, то есть серии-то по ней будет много, а там уже кто будет смотреть, кто не будет. Ну, то есть, короче, посмотрим, как это все будет. Главное, чтобы у меня было время все это отрендерить. Это самое главное. И потом еще залить на YouTube. Так, Герман, ты что-то заболтался, и вот ты сейчас можешь слить. Поэтому аккуратней. Так, ну его-то мы убьем. Надо отхилиться перед следующим боем. Непосредственно сразу яд. Сразу двойной удар. Молния сразу же, естественно. Гасим Васю. И у нас еще откатывается стан наш. Я думаю, есть смысл вот это заюзать на всякий случай. Да. Все-таки мы неплохо, то есть прокачались. Ну, правда, мы... Хотя у ворот это такое себе занятие. Ну, давайте попробуем еще второй. Тоже затащить. О, тут уже хпхи, конечно. Неплохо. Вот то, что яд выпадает. Кстати, видели вот тот скилл, когда, я говорю, не знаю, что это такое. Это, походу, рандомный этот. Рандомный яд. Вот, кстати, рандомный яд это хорошо. О, и у ворот сейчас тоже вот подошел. Прям красиво. Вот сейчас мы идем вот прям классно. Вот мне прям нравится. Надо подлечиться. Угу. А если еще сейчас и вампирочка наша сработает, вообще будет кайф. Нет, увы, нет. Так. Так. Блин, вот с этим будут, наверное, проблемы. Подлечимся.
Не, мне пока нравится, как идем, вот честно, друзья, вот пока нравится. И у ворот не зря подкачали. Класс, сразу накидывается яд. Яд по 2700 забирает. Вы видите, это по 2700, это вообще по красоте. Так, надо сразу выпить фласку. И сразу же дать стан. Да, не зря мы выпили фласку, стан. Сразу яд, сразу двойной удар. Так, так. Сразу молнию после этого назад в стан, так сказать. Не, мы затащим, потому что у нас есть молния, как бы. Плюс яд. Давай отхил. Отхил давай, красава. Яд там, в принципе, потихоньку его крошит, поэтому... Все. Мы так с вами неплохо идем, ребята, прям вообще, мне нравится, мне прям нравится. Забираем неплохо, то есть мы смотрим то, что нам нужно, прокачиваемся. Дальше идти нет смысла, я думаю, потому что мы так хорошо. Так, прокачиваем банк, кормим гриба, уже и так у нас серия подзатянулась, давайте вот так его быстренько покормим. Отлично, дает левел нам, все чудесно. Деньги, так, 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 закуп, давайте все-таки закупаемся на эти деньги. О, меч вот сейчас вообще классный, мне нравится, катана, хотя с этим, снаряжением он не очень подходит, но кого это волнует. Ладно, дорогие друзья, всем огромное спасибо за внимание, с вами был Герман, подписывайтесь на канал, большие пальцы вверх, мы с вами... Рубим, мы заряжены, мы играем четко, мы четко прорываемся по арене, уже до половины дошли второй ветки, и мы с вами просто крутые. Поэтому всем спасибо за внимание и до скорых встреч. Пока-пока.